встречи представителей АСЕАН, КНР, Японии и Республики Корея в формате 10+3 – наиболее зрелый механизм регионального сотрудничества в Восточной Азии. Такое заявление сделал Ван И, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая. Политик выступил с предложением из трех пунктов на переговорах глав МИД в этом формате. Во-первых, представитель КНР подчеркнул, что странам-участницам АСЕАН плюс 3 следует ускорять региональную интеграцию, опираясь на принципы открытости и сотрудничества. Во-вторых, необходимо уделять особое внимание общей безопасности и повышать эффективность антикризисных мер. В-третьих, Ван И призвал отводить ведущую роль инновациям и раскрывать весь потенциал устойчивого развития. Участники переговоров отметили, что выступают за открытый инклюзивный диалог и многосторонний подход к международным отношениям.